Юра Спожил боролся с панкреатитом 2 месяца. Его экстренно доставили в реанимацию 17 августа. Болезнь оказалась сильнее. Социал-демократы лишились не только одного из ярчайших своих представителей, но и, возможно, будущего главы партии. Никто не скрывал, что Юра Спожилу для этого и растили. Он совсем рано попал в парламент, возглавлял молодежное крыло социал-демократов, руководил парламентским комитетом по здравоохранению. И в марте этого года поднялся на еще одну ступеньку вверх, став самым молодым министром в кабинете Аргирдаса Буткявичуса. Болезнь пришла неожиданно и была стремительной. Еще в начале прошлой недели состояние Юры Спожилы называли стабильным, но в пятницу оно резко ухудшилось. В воскресенье врачи признали поражение. Литва потеряла молодого, талантливого и энергичного политика, с которым были связаны надежды на будущее республики. В своем письме с соболезнованием близким написала президент. А возглавлять Министерство здравоохранения премьер хотел поручить министру обороны Йозасу Олікасу. Но глава страны сегодня высказалась резко против. Я точно не могу утверждать даже временно в министерских должностях людей, которые себя скомпрометировали. А господин Олікас войдет в историю как министр золотых ложек. Золотые ложки – это тот самый знаменитый скандал с закупкой кухонной утвари для армии по цене, 8 раз превышающую рыночную. В итоге сегодня Аргирдас Буткявичус выдвинул на суд президента другую кандидатуру – министра экономики Эвалдаса Густаса. Денис Тарасенко, Первый Балтийский канал.